А в Восточном Казахстане часть леса передадут горнорудной компании. Здесь будут добывать полиметаллические и медно-колчедановые руды. Пояснительная записка уже подготовлена в Министерство сельского хозяйства. Земля общей площадью 19 гектаров будет выведена из лесного фонда Восточно-Казахстанской области, переведена в категорию земель промышленного назначения. Известно, что участок расположен в тайге в районе города Риддер. До ближайшего населенного пункта от него 40 километров. По законодательству металлурги должны возместить стоимость леса, который будет вырублен на этой территории, а также впоследствии высадить двойное количество деревьев. В настоящее время многие месторождения Восточно-Казахстанской области находятся на грани истощения. И сейчас в регионе активно ведется геологоразведка. Если на этом участке были созданы за счет государственных средств искусственные леса, посадки лесных культур, то он тоже возмещает стоимость. Это также существует шкала оценки, это третье. Если есть необходимость срубить лес какой-то там существующий, точно так же возмещается стоимость этого леса, то есть подъемная плата, как платежи за пользование лесом.